Всем привет! Роза Джеймс Галвей. Это английская красавица, которая относительно недавно поселилась в моем саду. Хочу немного о ней рассказать, дам краткую характеристику. На что особенно обращаю внимание, это, как и название этого ролика, «Роза монстр или гигант». Почему я так говорю? Когда я решила купить эту розу и поделилась этим со своими друзьями, то мне сказали, что эта роза достигает невероятных размеров, что она задушит всех и вся вокруг, что лучше несколько раз подумать, прежде чем эту розу приобрести. Мне очень понравился этот цветок, и я вообще люблю парковые огромные кусты роз. И когда мне сказали, что это будет невероятной величины куст, то я совершенно не сомневалась и сразу ее себе приобрела. На самом деле эта роза за первый сезон она достигла у меня 1,5 метра в высоту и в ширину, ну а на второй год это 100% 2 метра. Огромная на самом деле роза. Наверное, в этом году придется соседей от нее отселять в другое место. У меня там и многолетники, и просто розы. Вот на это я хочу обратить ваше внимание, что роза растет очень большая и объемная. И не сказать, что у нее такое пышное цветение, что не видно листвы. Да, цветение обильное, цветок огромный, густо-махровый, имеет нежный аромат, но роза гигант на самом деле. Поэтому вот при покупке данного сорта обращайте на это внимание. Помимо ее огромных размеров, это 2 метра в ширину и 2 в высоту, это вы уже получите буквально на второй и на третий год, эта роза отличается хорошей устойчивостью как к мучнистой росе, так и к черной пятнистости. Практически не замечена в этих заболеваниях, то есть выдерживает и продолжительные дожди, в том числе и цветок, ну и сама роза достаточно устойчивая, вот как я уже сказала. Единственное, что выгоняет настолько быстро свои высокие побеги, длинные, толстые, что может выламывать ветром, так как она еще у меня относительно молодая, только 2 года этой розочки, поэтому я пару веточек потеряла, но старалась своевременно где-то их подвязывать, ставить какую-то опору, но это, я думаю, только на первых годах жизни. Дальше она будет самостоятельно себя держать. Еще одна особенность, очень приятная у этой розы, что она практически без шипов. Это такой достойный плюс для розы, не только когда мы срезаем в букеты себе эти прекрасные цветы, но и когда ухаживаем, делаем обрезку, ну и уж когда мы укладываем их на зиму. Поэтому вот столько интересных у нее достопримечательностей. Я эту розу рекомендую тем, кто любит огромные кусты за короткое время. Кто-то любит любоваться маленькими, приземистыми, крохотными и цветочками, и кустиками. А кто любит объемные кусты роз, то вот Джеймс Галвей – это будет просто находка в ваш сад. Обратите на нее внимание, она мне очень нравится за аромат, красивый, необычайный цветок и, конечно, за размеры. Вот такая роза растет в моем саду, очень ей довольна, ожидаю такого же красивого цветения, пышного, ну и, конечно, ее объемов, так как я ее прилично постригла на зиму, оставила буквально основных 3 побега, а все остальное вырезала. Ну, я думаю, она все это наверстает, так как уже не первый год у меня растет, и я ее знаю. Это была роза Джеймс Галвей. Всем желаю хорошего настроения, хорошего дня и красиво цветущих садов.